В данной камере будет произведен замена узла 500-го водопровода для увеличения объема подачи воды к насосным станциям. Делается для чего? Для того, чтобы в летний период времени многие районы города не испытывали трудности перебоев с водой, то есть для стабильной подачи воды. Для реализации этого проекта пришлось применять тяжелую технику. Рабочие сняли плиты перекрытия, чтобы получить свободный доступ к распределительному узлу. Материалы при монтаже используются самые современные. Как утверждают специалисты, срок службы таких узлов составляет не менее 50 лет. Уже сегодня монтаж будет полностью завершен, а в домах появится вода. По мнению руководства водоканала, можно увеличить и количество подаваемой воды, и давление. Это особо оценят жители города, которые проживают на верхних этажах многоэтажек. Перебоев с водой в этой части города теперь не будет.